Мужские разговоры о политике, экономике, футболе уже до начала мероприятия было понятно, что называть встречу официальной не стоит. Эльдар Кунаев за 2 года и 7 месяцев своей дипломатической службы в Бресте приобрел немало друзей, которые по достоинству оценили прежде всего его человеческие качества и, конечно же, качества истинного дипломата. Об этом говорил и руководитель города Александр Рогачук. Поверьте, что наше было общим решением, Эльдар Аскарович, сказать вам вот такое коллективное спасибо и восхититься вашим талантом как личности, как дипломата и просто как замечательного человека. Я очень надеюсь, что у нас хорошая есть практика, когда дипломаты, заканчивая работу, остаются вообще жить в Бресте. Да. И Никита Николаевич к тому яркий пример в том числе. Но я очень надеюсь, Эльдар Аскарович, что заканчивая свою миссию в городе, мы не заканчиваем наши отношения. На встрече подчеркивалось, благодаря инициативам Эльдара Кунаева экономические, культурные, просветительские связи нашего региона и Казахстана получили новый виток развития. Внешнеторговый оборот вырос в разы, причем доля экспорта преобладает. Темп роста товарооборота составил 111%. Если мы по прошлому году, вы говорите, успешному году, 25 миллионов города Бреста, да, то уже сейчас у нас получается ситуация еще 25,6 сейчас, а было год назад 22 миллиона. Основную свою миссию как дипломат вы выполнили более чем достойно, помимо культурной составляющей, просветительной составляющей, вы еще и скоммутировали наших руководителей. В итоге есть экономика. Наши торговые взаимоотношения между Казахстаном и Брестской областью были на уровне 82 миллионов долларов, а сейчас 153. То есть в 2 раза увеличился внешнеторговый оборот. За 2,7 года, да? Да, да. Ну, то есть это, естественно, это прежде всего брестские предприятия, ну и наши казахстанские, которые мы, так сказать, информировали о том, насколько интересно сейчас вот работать с Брестом, с Брестской областью. Как признание заслуг Эльдара Кунаева, юбилейная медаль 1000 лет городу Бресту, которую вручил дипломату Александр Рогачук. По признанию Эльдара Кунаева, о годах, проведенных в Бресте, останутся лишь приятные воспоминания. Я в своем сердце всегда ставлю вот именно Брест как самый добрый, красивый, теплый город. И причем я проникся героизмом Брестской крепости. Это все-таки наша история, общая история. И потом мне очень нравится, что здесь на примере Брестской крепости воспитывается молодое поколение, что совершенно другие взгляды на жизнь. Город 1000-летней истории, такого второго города нет. И то, что Александр, мэр города, председатель горосполкома Александр Степанович Рогачук всегда говорит, что лучше Бреста нету места, это абсолютно правильное такое высказывание, не просто высказывание, это истина. Конечно, радуюсь, вот, что город такой, но грусть, конечно, есть в моем сердце, потому что я покидаю Брест. Но я думаю, что обязательно приеду сюда. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.